Ребят, мы начинаем снова. Здесь мы играем опять. Так, приходу. Так, мы рады. Давай поиграем. Давай, сыграем, да. Хорошо, давай сыграем. Ваш противник Бас. Себа, классическая игра. Это мы помним. Треугольник, короче, надо. Но у нас есть монетки. Атакующую монету. Один из матчей монету можно поменять местами. Соседние монеты противника. При атаке это не должно приводить к образованию треугольника. А, то есть поменяешь, но будьте добры, не делать так. Либо, да? Так, читерские, я бы сказал. Голова ветря. Ага. Баррикады. А давайте просто без. Так. Нет. Давай туда. Да. Двигаем. Победа. А теперь надо противника. Так, медиак. Один из матчей мы применить местами. Баррикада, да? Давайте баррикаду посмотрим. А, нет, смотрите. Пускаем. Ладно. Ставим. Нам главное, вот, чтобы он сюда не прошел. И все. Пять ходов. Да, сходим, он сюда пойдет. Отлично. Нет. Хорошее было сражение. Так, ребят, у нас появились новые места, новая территория. Так, что у нас? Карта продвинулась дальше. У нас здесь пауки какие-то. Вот это вот надо территорию посмотреть. Здесь тоже надо. Потом мы идем сюда.
Как понимаю, вот это вот тоже сюда вот надо будет как-то переместиться. Здесь, видимо, через эту тропу и мы в этот участок, где мы не были. Надо смотреть, короче. Будем двигаться. You picked the wrong fight. Льется кислотой. Надолго кислота. Здесь есть снайпер элит, эффект снайпер элита. Ничего, уничтожил целую деревню. Просто. Здесь пошел неупокоенный, а деревня просто оказалась у нее на пути. Козлину. Как такие вещи можно творить вообще? Пошел вон, собака. Смотрите, а их дофига. Блин, чуть не попал. Последняя возможность. Без меня не справишься. Знаю, но и все равно. Да, ты можешь остаться, да? Отсюда. Я не думал, что он бросит нас. Вопрос, зачем ты? Но уже что-то, да, мошкара пошла, да? Не свеженькая. Я трачу, потому что там место вон свободное есть. Опа! Ты чё такой? Неожиданно, да. Её мне тоже неожиданно. Сидит, точнее, стоит такой. Колодца. Серебряный грифон. Эта монета может перепрыгнуть другую монету по прямой, чтобы занять свободное место. Мать пыталась завести грифона. Еще когда это было модно, помню, как грифон разнес ей кабинет, а потом сбежал. Хорошая птичка. Йохара. А здесь что-то у нас... Да, пугаются призы. Доброе дело, никогда не будет лишним. Стрелок. Так, это там мы убили. Здесь мы можем отдохнуть.
собственно, чисто патроны восполнились, и все. Не больше. Блин, красивая картина, да? Что ты? А, здесь же эти обновляются монстры. Я забыл. А там? Нет, никого нету. Падальщик, да? Есть такие, знаете, специальные в песочек взрываются, делают ямку. Благословение особенное. Недостойно. Ты начинаешь, все нормально. Великий сапер. Клинок не нравится. Не зря мы прошли испытание. Что это?
что это за кристаллов? Что за минерал? Даже гранаты не используем. Надо чаще использовать возможный гранат. Там что? Там тоже что-то есть. Там карта не заканчивается. А, здесь нет. А, нет, вот. Вот он в этом проход. Кого ты долбишь? Успокойся. Мага, куда? Это прикольно. Было выглядело прикольно. Слушай. А это что за место такое? О! Особо понял. Там есть какая-то скучная. Да, правильно идем. Здесь можно наверху катиться. Похоже, это снаряжение коалиции. Должно быть, разбойники перехватили. К ним в руки оружие попало, и нужно вернуть его. Это доп. Задание. Прикольно.
это место, дышащее пауками, но я думаю, не скорпионы, которые были. Благословение. На них форма. Должно быть заложники. Они, похоже, кто-то удерживают. Вижу. Проклятие, значит, все-таки дезертиры. А здесь можно отдохнуть. Давайте отдохнем. Вон оно что. Здесь просто надо целиться. Это сера. То, что нам нужно. Это сера. Записки дезертира. Часть первая. 2 года жизни я отдал коалиции. Все окопы собственной кровью пропитал. И ради чего? Ради того, чтобы какое-то чудовище маски свалилось с неба и башку мне оторвало? Нет уж, с меня хватит. Испугавшиеся люди. Дезертира, вторая часть. Я сбежал практически на край света, но мертвяки поджидают меня здесь. Какой вообще смысл с ними сражаться? Души бездны, мы обречены. Интересная находочка. Согласен. Шахта ведь не обрушится? Нет. Но этот взрыв мне не нравится. Идем. Внезапно напал. Но я не ожидал. Проклятие, взрыв еще этих кучек рухнуло место. Красиво.
Третья часть. Рен говорит, что слышит их голоса из-под земли. Наверное, пробрались в углубь горы и потерялись там. Йен нашли выход из ситуации. Она всегда была не глупой. Что ж, пришло время узнать, на что годятся мушкетон того старика. Он говорит про мощного выстрел. Как же больно, эти гнилые твари меня достали. Живот. Ты из коалиции, да? Я не, я туда не вернусь. Но ты бы не смог. В таком состоянии. От них нет спасения, да? Они хлынули с рассвета. Как целое море. Таким невозможно сражаться. Это ты подорвал снаряды? Да, мертвяки. Они разорвали все в клочья. Я пытался загнать их в ловушки, но они наверняка выберутся. Все в порядке. Я с ними разберусь. Хочешь помереть? Дело твое. Нет, а что? Вот, может пригодится. Это же мушкетон База. Но откуда? Как звали? Скажи старику, что нам он очень жаль. Мушкетон База, типа дробовик. Это мушкетон выстрелил из как пуль 10 с разбросом 60 градусов. Поэтому идеальном сражении против толпы. Ты куда пропала? Блин. Ну все, гниль. Поганый. Ух ты, блин. Целое полчаса, значит, да, было? Блин, сраный мушкетон, блин, они поменяли мне ствол. Давайте посмотрим вот этот пистоль мощный. Там дробь, понятно, мы из дробовика. Вот этот интересно, он броню пробивает. Получилось там. Кого он стрелял? Подожди. Huh?
Устал, да? Для тюрьмы курить, выстрелить. Перещелкивание на все. Я же держу. Почему перещелкивается? Ладно. Вол не очень. Ствол не очень. Лучше несколько выстрелов. Да, у нас было. Это когда надо, короче, броняешь, что такое у нас есть проблема. А у нас нету. Проклятие. Весь этот хаос, вся беготня только для того, чтобы сдохнуть в темный, проверяем дух трюком, да? Пещера странная, можно вернуться. Это вообще, это что за место? О, здесь переход. Переход. Бой, какие бои? У меня нету боя. Вернуться к базу. Ладно. Надо тратить.
Сера, сера, сера. Знать противника своего, а там уже ерунда. Кажется, ты кое-что потерял. Мой мушкет. Где? Бездна тебя забери. Ты его нашла. Отняла у кого-то дезертира. Я с ними разобралась. Им очень жаль. Еще бы не жаль. Придурки желторотые. Что случилось, Бас? Я был слишком обеспечен. Попался на их смазливую байку, а они на меня. Надеюсь, такого больше не случится. Возьми, ты заслужила. Я не могу это взять. Это же твое ружье, Бас. Не сильно оно мне и пригодилось. Оружие должно быть в умелых руках. Но ты носил его с тех пор, как мы знакомы. А теперь будешь носить ты. Спасибо. Ну, мушкетон, ну нахрен, ну толпа, ну надо переключаться же оружие, все такое. Это оружие надо переключать. Улучшили урон, хорошо. Это тоже надо. Так, надо еще вот. Так, а репутация у нас остается, да, независимо от того. Так. Мушкетон. Пафнер. Пистоль, точнее, пистоль. Мушкетон не будет. С огнем. Да, с огнем тоже сделаем. Уйти. Двигаемся, получается, к деревне. Там освобождаем деревню. Ну, по-другому никак. Логово неупокоено там, внизу. Идем. Вот там? Где? Здесь будет драчка сейчас, да? Может, сбило машину, что? Вот оно, да? Ты бьешь, да? Thank you.
металла, да, у нас получается. Ты как бог, ну такой. Так вот мы профилонили, да? Удар. Просто повезло. Куда? Бегай! За ним. Портал он всегда радует. Куда приятнее, чем пешком. Incoming. Thank you.
этого застрять. Значит, все-таки вот секрет, типа, долбление в камни, которые рядом с ним. Блин, я заснул. Как-то лучше. Давайте сначала получим, а потом наплечники Сандерера. Когда вы уклоните от врага в последний момент, все враги вокруг вас замедляются на 1.5 секунды. Величайшее творение Сандерера. Броня, которая может полностью защитить от великого удара. Любого. Великого, то же самое можно сказать. Вот только сам творец пропал, когда пошел ее испытывать. С тех пор его и не видали. Надо смотреть, да? Так, ну здесь мушкетон типа 2 выстрела можно выдержать. Надо будет проверить, просто хотя бы посмотреть, что из себя представляет. Давай поболтаем. Мастер Молот, ты пришел? Ты там, в рыбе, ты говорил о серьезных вещах. Ты должен был убедиться, что это не просто слова. Нор. А как тебя зовут? Норвалик. Никогда не доводилось видеть такого милого бойца, Норвалик. И такую странную лису. Как ты ее зовешь? Энки. Меня зовут Энки. Да? Ну тогда спасибо, Энки. И что до тебя, Норвалик? Недолго ты протянешься, если будешь бороться в таких боях. Для этого так справилась, мастер. Ты заслужишь большего, нужно быть на безопасном месте. Вас разбил лагерь у дороги. Отлично, скажи старому псу, что пугаем на подходе. А чтобы добраться до города, режь через туманные земли, пороховые фабрики. Оттуда можно будет подняться к закону. Поняла. Так, он говорил о, они начали добывать начали. Хорошо. Порох и сталь. А мы вот здесь не были. А вот здесь, наверное, будет сокращение, да? Больно. А где? А, точно, здесь же надо сказать. Получено. Привет, хозяйка. Прогоняющий разбойник, вы избавляешься от рыцарей, уничтожившая неупокоенного. Как нам тебя отблагодарить? Есть что-то, что может избавить от запаха серы? Терпение и время. Лучшее средство. А кроме них, разве что прищепка на нос. Только лечение. Спасибо. Ух ты, нифига, здесь нам пан открывал. Посмотри, сколько у нас.
одежек разных. Разных шинелей. Тут как будто нам некуда деньги делать, носики. Что по слухам? Я переживаю за одного из моих посетителей, Аббаса. Так. Задание. Так, это вот эти, да? Сделать активным. Я предупреждал его, что холмы кишат мертвецами, но он все равно отправился навстречу дочери. Я его поищу. Где они должны были встретиться, добрая хозяйка? На вершине просвещения. Подъем довольно крутой, но его это не остановило. Поищи его. Будь добра. А выстрел во тьме? Сейчас не лучшее время, чтобы появляться в законе. Люди среди бела дня исчезают. Все по приказу Бахала Мясника. Значит, нужно их спасти. Кто их забирает, добрая хозяйка? Я слышал крики из переулков в трущобах. Если хватит смелости, можешь найти их оттуда. Спасибо. Всегда рада тебя видеть, дорогая. Спасибо. Спасибо, хозяйка. Так, у нас два задания такие, да? Давайте сначала переулок. Переулок. О, во, кстати. А как мы сюда попадем? Попадем на стрельбу. А, мы здесь можем. Посмотрим. Где-то прохождение вот перестали. До фабрики. Странно. Так, ладно. А вот задание, которое второе. Встреча. Она не упоролась или что? Найдите Аббаса. Но это все там. Ладно. Еще надо двигаться. История судей. Часть вторая. Однако судьи не рассчитывали, что пришедшая из далеких земель болезнь поразила могучих чудовищ. И все еще они вымерли. Те люди, что благоденствовали под сенью закона, восстали против судей. Исключением стали лишь жители вершин. И судьи, потерпев поражение, вернули их в свою крепость. You could have run when we were fighting the revenant. Туда ведь можно убежать. Ты мог. Давай больше не будем рисковать понапрасну. Хорошо? Договорились. Так. Ну я здесь и флажков не вижу. Такое. Ты еще можешь сказать, что мертвецы прицельно порвали мою книгу художников, чтобы больше ничего не тронули? Да, очень странно. Может, они знали тебя при жизни? И кто говорит? Откуда есть такая честь разговора? И вообще есть честь. Олдер, а ты когда-нибудь скучаешь по дому? Я скучаю по отцу и Джонни. По крышенной головой, а вот по матери не особо. А, вот он. Вот этим болтают. Скажи мне, болталкины. Не вижу там ничего такого. ХП. Основное, ну, больше ХП-шек будет у нас. Что за мерзкая вонь? Как ты ее выносишь? Просто двигайся быстрее и дыши через рот. Это я саперов так начали? Я не всегда была сапером, Инки. Ну и ромашки. Что там? Войн. Это войны эти, которые на магии. Это серное место. Hey,
Сила артефакта, я чувствую ее из своей крови. Давай снимай с него броню. Давай, на спины на него. У него уже броня, почему ты не снимаешь? Это ты начнешь на него. Я понял. Ладно. Просто я не хочу терять. Вы и так далее. Ну-ка. Орёт такой дерзко. Под магией, это обычный воин. Благословение. Feel that power. I'll just take it. Пожалуй, возьму. We have company. Someone is right. Tread carefully. They're onto you now. Don't let her near the manifestation. Kill her. Здесь как задумался.
Давненько про нее, да? Что это такое? Даже смотреть больно. Заклинание из великой бездны. Слишком опасное, чтобы оставлять его без присмотра. Порык. Жизнь. Увядание. Гнусная тварь. Ты даже не представляешь, какими силами бросила вызов. Читаешь? Отдохнем. А там наверху что-то было. Отдохну, да? Так, мне нужно. Там что-то было. Сестра, твои кости вновь смогли указать мне верный путь. Never gets old. Отлично, можно срезать. Ага. Это мы возвращаемся назад. Билет. А как туда попасть? Из рыцарей, да? Через рыцарей. Он там стоит один какой-то. Я тоже. Не могу понять. Здесь у нас нычка. Вот там у нас воин, который мы уже били. Там тоже мы били. Здесь вот.
I'm sure you'll find a use for it. Ты наверняка найдешь и применение. Конечно. Так, это грязь. Опять проходы. Это мы нашли место. Мне нужно попасть наверх. Блин. Слушай. Малой, мне интересно. Что тогда? Там, наверное, другое место. Там будет. Подохнем. Давайте на этом закончим, в принципе, да? Даже. Так, чего же занимался до того, как стал сапером? Работал дворовой, открывал, закрывал дверь в шахту. Поганая работенка. Ты, наверное, была совсем ребенком. Я был достаточно взрослым для такой работы. К тому же, я не успел. Ребят, давайте на этом остановимся. Увидимся в следующей серии. Посмотрим, что есть дальше. ХП возьмем, потом выполним две побочки и идем на главное задание. На этом все. Вторая серия за сегодня выполнена. Еще увидимся в другие игры. Поэтому всего хорошего. Всем пока-пока.